Мы наконец-таки вот достроили. Точнее, не его, а ее виллу в настоящем Боинге. Добро пожаловать на борт! Смотрите, крыло самолета. Здесь сумасшедший вид. Центральная часть самолета отдана под кухню, гостиную, столовую, вырезана часть фюзеляжа. И здесь вот есть такое помещение. Поскольку пространство Боинга немножко ограничено, мы решили сделать лаконичное решение кухни, чтобы не захламлять пространство. И появится кухонная ниша. Для того, чтобы расширить пространство, здесь сделана зеркальная вставка, но для того, чтобы все предметы не дублировались, мы сделали не простое зеркало, а с эффектом состаренного. А еще, ребята, это отличная инстаграмная зона. Можно взять и сделать селфи в этом зеркале. И здесь продумано большое количество мест, где ты можешь фотографироваться. Собственно, спальня. Можно. Здесь, поскольку ограниченное пространство, было сделано необычное решение по поводу прикроватных тумбочек. Вместо прикроватной тумбочки есть прикроватные ниши с розетками, где можно спрятать все свои гаджеты и подзарядить. Настоящая джакузи. Кать, залезешь в джакузи? Нет, но я расскажу про то, что это бывшая кабина пилота. И здесь оригинальное лобовое стекло. Плюс к этому мы вырезали дополнительное стекло для того, чтобы был вид на океан. И это стекло поднимается по нажатию кнопочки на пульте. Можно закрыться, а можно открыть. Это, кстати, еще смарт-стекло. Оно может быть затемненное, чтобы было приватность. У нас же приватный разговор, Катя. Да. Здесь ванная зона для умывания на две раковины. Гардеробная зона из прозрачного стекла ребристого, чтобы оно пропускало естественный свет. По правую руку находится санузел, закроем по левую руку душевая кабина. Откроем его. А здесь у нас спальня, и она, знаете, делится на женскую сторону и мужскую, потому что за изголовьем кровати у нас есть вот это мужской шкаф, а вот там женский. Напротив кровати туалетный столик с поворотным зеркалом и хранением в консоли. А здесь ванная комната с отдельно стоящей ванной с видом прямо на закат. Красота! Красота!